новинкой на телеканале ОНТ. 5 дней, а точнее вечеров, вы могли окунуться в мир романсов, этномузыки, хитов, рок-музыкантов или белорусских исполнителей. Сегодня, в последний вечер музыкальной феерии, вас ждет встреча с уникальными, я бы даже сказала, легендарными людьми. Их песни уже давно стали классикой, они сами не теряют былого задора и, как 40 лет назад, любимы публикой разных стран. Итак, наши гости – оба Эдуарда. Один народный артист Беларуси, второй народный артист РСФСР. Один закончил Московскую консерваторию, другой – Ленинградскую. Один стал успешным композитором, второй – популярным певцом. На их песнях выросло не одно, да еще вырастет поколение. Но не будем сразу раскрывать все секреты этого концерта. Сначала о композиторе. Из-под его пера вышли знаменитые «Малиновка», «Вы шуми себя, розы». Он писал для Пугачева и Леонтьева. А сейчас этот композитор занимается научными исследованиями. Его теория творческих волн вызвала немало споров. А читая его интервью, убеждаешься, что талантливый человек талантлив во всем. Так его чувству юмора могут позавидовать даже создатели Comedy Club. Как-то он сказал, что важнейшим из всех искусств является фуршет. Или вот еще, что каждой звезде рано или поздно приходит Ханок. Думаю, вы все догадались, о ком идет речь. Эдуард Ханок. Родился в Казахстане, рос в разных уголках Советского Союза, но по-прежнему считает себя человеком из Бреста. Ваши аплодисменты. Здесь, в Мирском замке, народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок. Встречайте. Добрый вечер, уважаемые товарищи. Мне, конечно, очень приятно здесь стоять. Не только потому, что вообще артисту, я тоже в душе артист. Вообще приятно стоять на сцене, особенно когда у него песни известные. Но еще и потому, что мне сегодня удалось сделать то, о чем я всю жизнь мечтал. Эдуард Хиль, который когда-то дал мне путевку в жизнь, он спел мою первую песню, которая имела в свое время успех. Кстати, до этой песни я тоже пробовал себя в этом жанре. У меня была такая песня, она сейчас вызывает улыбочку, а в то время это была нормальная песня. Вот. Там были такие слова. «Встретились впервые мы у моря, шла навстречу мне ты в голубом. И с тех пор люблю все голубое и пою всегда о голубом». Нормально, да? Спасибо. Тогда это было не смешно, называлась она «Голубая песня», было написано под Магомаева, знаете, такие вот душевные песни. Но она не принесла мне никакого успеха, а вот очень приятно, что Эдуард Хиль этот успех в свое время, так сказать, организовал. И, конечно, приятно, что сегодня, когда я уже занимаюсь другой деятельностью, я как бы сделал, хотел сделать неофициальное прощание со своей прошлой профессией. И очень приятно, что открыл меня Хиль, и как бы сегодня для публики, для той профессии закрывает меня, опять же, Эдуард Хиль. Поэтому для меня это очень и очень знаково. Поэтому мы решили, спасибо, поэтому нам предлагали, что вот нужно подтанцовки и прочее, а мы решили, что мы люди старой закалки, мы работали тогда, когда никаких подтанцовок не было, а просто были песни, хорошие, добрые песни, и народ с удовольствием слушал и плясал тоже с удовольствием, не на сцене, а вот там, в той стороне. Поэтому наш концерт мы решили сделать очень просто. Вот я сейчас сяду за рояль, и будут выходить мои исполнители. И песни даже, может, объявлять не будут. Вы просто все эти песни наверняка знаете. И мне очень приятно будет, если вы их любите. Итак, вот первая часть концерта – это творчество Эдуарда Ханка. Было у солдата два поля, поле, где кветки рвал, бегал сябра. Чисто у полі яго дзяцінства былі агонь і дым. На полі родным тым два полі было у солдата. Другое было у заранта, войной.
чисто у полі яго дзяцінства былі агонь і дым на полі родным тым. Было у солдата два полі, поле, дзе кветкі рваў, дорогие сябры. Мы не выпадково почали творчий вечер композитора Эдуарда Ханка вот этой песней, как закрануть вот еще на керунок той у творчести автора. Это тема айчинной войны, якая святая для кожного белоруса. Ваши аплодисменты Эдуарду Ханку. Эти песни, которые прозвучат сегодня в сегодняшней программе, вам ведомые, любимые, и они стали народными. Когда вот собираются добрые, щирые люди, хорошо посидять, а мы с вами добро сидим? Не, ну так, добро сидим? Ось. А люди, когда добро посидят, то потом, ну вы разумеете, так? То потом что? Ну, конечно. Ну что, будем спевать разом? Нет, нет, так не подходит. Ну что, будем спевать? Ось так. Там ведомые слова такие, я скажу, где подтягните мне, добро? А я лягу-прилягу. Вы шумите, шумите надо мною берёзы, колышите, люляйте свой напев вековы, а я лягу, прилягу край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы. И все разом. А я край гостинца на духмяным прокосе недоспелой травы. А я лягу, прилягу край гостинца старого, крыет туман, остановлен.
Вы шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю. А я лягу, прилягу край гостинца старого. Я сторожився трохи, я хвилинку посплю. А я лягу, прилягу край гостинца старого. Анатолий Ермоленко, ансамбль «Сябры» и Эдуард Ханок. А мы приглашаем на сцену Искуи Аполян. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, Эдуард Семенович! Я хочу сказать, что сегодня по-настоящему праздник, действительно праздник, потому что на сцене такой замечательный композитор, который подарил нам столько прекрасных песен. Я хочу вам сказать, Эдуард Семенович, вы как дорогой армянский коньяк. С годами только моложе, ярче и оптимистичнее. Спасибо вам огромное, я вас поздравляю с вашим творческим вечером. Дарите нам как можно дольше ваш талант. Я хотел к этому добавить, что до Искуи, вот песни, которую она сейчас поет, ее пела когда-то моя дочь, помните, Светлана. Но когда я услышал Искуи Аболян в этой песне, я понял, что она это, как мне кажется, сделала не то, что не хуже, а еще, мне кажется, даже веселее и лучше. Поэтому мне кажется, что вы получите удовольствие.
если у вас и будет соперница, пускай она будет похожа вот на эту девушку. Ничего не вижу, ничего не слышу и самое главное, ничего не говорю. Браво. Спасибо огромное, приятного вам вечера. Спасибо, из Киева. Блестящий. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет всему миру! И в этот прекрасный, замечательный день встречи, вечер встречи с нашим любимым Эдуардом Ханком, желаем всем отличного настроения, улыбок и каждому счастливого случая в жизни. Пошел в автобус переполненный, я очутился у окна. Спросил девчонку незнакомую, зачем так поздно вы одна? Куда вы едете в автобусе? Хороших много мест на глобусе. Слетать ли вместе в Африку? Бананов завтраку поесть. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. Мне сразу стало очень весело, но я сказала, там жара. Тепло, сердец, яденька. А не слетать ли лучше? Приземлиться ли на льдину нам? И черно-белыми пингвинами там побродить в погоду в южную и рыбки к ужину поесть. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. На остановке вместе вышли мы, так ничего и не решив. А вечер серп зажег над крышами и небо звездами расшил. Бродили долго мы по городу и от жары летали к холоду, решив, что лучше на глобусе, то наше место у окна. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути. Какой счастливый случай, какой счастливый случай, такое может с каждым вполне произойти. Случайный мой попутчик, случайный мой попутчик, а мне с ним оказалось надолго по пути, надолго по пути. Спасибо! Молодцы! Эдуард Ханок! Да, действительно, надолго по пути. Надолго, знаете, по пути всю жизнь с Эдуардом Ханком. Вы знаете, для каждого человека очень важно, если в своем жизни должен присутствовать счастливый случай. В нашей жизни счастливый случай – это наш замечательный, потрясающий композитор, народный артист Беларуси Эдуард Ханок! Браво! Весь успех и слава замечательного белорусского ансамбля «Верасы», легендарного ансамбля «Верасы», связано с именем Эдуарда Ханка. Эдуард Ханок – это явление, это гигант, который сумел повлиять на рождаемость всей страны. Сейчас прозвучит эта песня, а перед песней должен сказать вам случай. После исполнения песни в программе «Голубой огонек» мы приехали в Москву, в Москве музыкальная редакция Центрального телевидения, на стенде «Лучшие программы месяца» висело письмо Министерства здравоохранения СССР. Да-да.
Написано было приблизительно следующее. Дорогие друзья, просим передать слова благодарности композитору Эдуарду Ханку, поэту Игорю Шеферану, белорусскому ансамблю «Веросы» за исполнение в программе «Голубой огонек» песни «Я у бабушки живу». Одной этой песней они сделали гораздо больше, чем все наши лекции по проблеме деторождения в нашей стране. Так что эту замечательную песню поем все вместе, потому что она всем-всем посвящена. И бабушкам, которые здесь с дедушками, и мамам, и папам, и, конечно же, нашим деткам. Поехали! Поем вместе! Александр Тихонович. Народный артист Беларуси, композитор Эдуард Ханок. И сводный хор мира. Молодцы! Молодцы, здорово поют, да? Я говорю, что там композитор написал? Это еще песня, это еще на бумаге одни ноты, толку никакого. А вот берут такие, как Тихонович Поплавская, и потом приятно слушать, правильно? Не только вам, но и даже автору. Думаешь, Господи, неужели это я сочинил когда-то? У нас с ними очень счастливая судьба. У нас, по-моему, все песни стали лауреатами фестиваля «Песни года». А сейчас на сцене белорусский государственный вокально-инструментальный ансамбль «Песняры». Песня, которая сейчас прозвучит, наверное, должна быть адресована всем прекрасным дамам, которые здесь и по ту сторону голубого экрана. Эдуард Ханок, стихи российского поэта Виктора Бокова. «Ты моя надежда, ты моя отрада».
голубое, солнце золотое, речка небольшая, в лодке только двое. Ты моя надежда. Сегодня уплывем далеко, и моя надежда, ты моя отрада, про меня ты знаешь, а другим не надо, ты моя надежда. Эдуард Ханок. Спасибо. Спасибо ансамблю «Песняры» легендарного. Спасибо огромное. Вот. Молодцы. Этот артист стал звездой именно благодаря песне «Здравствуй, чужая милая». Александр Солодуха. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Уважаемый и дорогой Эдуард Семенович, вам, как вечно молодому и очень талантливому человеку, это вечно зеленое дерево. Я люблю вас. Песня «Здравствуй, чужая». Абсолютно верно, милая. Пожалуйста, маэстро, можно музыку? И ваша поддержка. Мир, мир! Выше, выше, ребята! Здравствуй, чужая милая, та, что была моей. Встаем, встаем. Как же мне не любить тебя до самых последних дней. Все. Жалко, что не смогли мы, не сберегли с тобой все, что зовут любовью. Что стоит нам жизни той, прошлое не воротится и не поможет слеза.
целовать не хочется. Дочки твои глаза. Я не слышу вас. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать не хочется. Дочки твои глаза. А теперь все делают вот так. Оу! Здравствуй, чужая милая, радость мечты моей. Мне же не разлюбить тебя до самых последних дней. Болью ведь отзовется осень нам дружбы той. Может, о ней придется нам пожалеть весной. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Ручки, ребята, хоу! Левый сектор, левый сектор. О! Почему до сих пор сидим, а? Девятнадцать лет пою песню, а? И везде одно и то же, Эдуард Семенович. Посмотрите, что творится, ребята, вместе и... Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. А еще разок. Прошлое не воротится и не поможет слеза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Поцеловать мне хочется дочки твои глаза. Поцеловать мне хочется дочки мои в будущем глаза. О! Здравствуй, чужая милая. 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 Александр Солодуха! Эдуард Семенович Конок. Человек, который написал такую прекрасную песню. Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева. Ура! Инна! Плачет саксофон.
Кстати, что там шкадовать? Мабуть, нам на канабан опять же нас умывать. Ты играешь для прохожих песни давних дён. Песни давних дён. Песни давних дён. Я люблю твой хрипловатый сумный саксофон. Сумный саксофон. Сумный саксофон. А ты играешь для прохожих песни.
Земли я и ты не завея, и в окон, ни в очей, ни окон, и в окон, ни в очей, ни окон. На земли я и ты не завея, як походня твоя ружавее, и в окон, ни в очей, ни окон, ни в очей, ни окон. Зови руку вместе, раз, два, три. Зови руха, заберуха, ты куды меня не кричишь, послухай. Ни в оком, ни в очей, ни о ком, ни в очей, ни о ком, ни в очей, ни о ком. Все собрались в мире и у своих экранов телевизоров на концерте народного артиста Беларуси Эдуарда Ханка. На дворе ни машин, ни людей, ни в очей, ни о ком. Ни в очей, ни о ком, 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 ни в очей, ни о ком. Все здесь просто молодцы! Песню не задушишь, не убьешь. Она не имеет ни начала, ни конца, поэтому мы давайте вместе с вами подтвердим мои слова песню. В своем месте. Поздравим Эдуарда Семеновича с этим замечательным музыкальным событием сегодняшнего лета. Пожалуйста, кто там стоит, тоже. Приготовились. Поехали вместе! Слыша голосов, припомню я забытые свидания. Три жердочки березовый мосток над тихой речушкой без названия. Прошу тебя, в час розовый напой тихой ко мне. Как дорог край берез в малиновой заре. А теперь девушки! А волны шли неведомо куда, и камушки у берега качали, и пела нам малиновка тогда о том, о чем напрасно мы молчали. Прошу тебя, сейчас розовый напой тихонько мне. Ушла из сердца боль, исчезла речка вдаль, умчалась юность. Но песня словно первая любовь, малиновская опять ко мне и вернулась. Раз, два, прошу тебя. Вот это серьезно. Эдик, слышишь? Эдуард Ханок! Тихо, Александр Чкалович, Едвига Поплавская, блестящий, спасибо. Это для меня большой-большой праздник. Я думаю, этого мало, правда? Я думаю, этого мало, правда?
Это для меня большое. Послушайте, давайте мы вместе с вами, ну когда у нас еще будет такая возможность, поздравим Ханка этой песней. Вы поете, мы вам подпеваем. Давайте. Отличная идея, отличная идея. Саша. Семенович, слушаем. Поехали. Но вперед. И жердочки на тих. Эдик, это счастье, а? Саша, давай. Который край березовый, малиновый зарь. А теперь девушки. А волны шли. И камушки. И мужики приготовились вместе. И пела нам малиновка тогда. О том, о чем. Прошу. И с автором. Восток исчез, но песня слов. И дай Бог всем крепкого здоровья. Прошу. Последний раз, да? Как дорог край березовый, малиновый зарь. Эдуард Семенович, вы создали много замечательных песен, мы в этом уже убедились, но среди этих песен есть одна особенная. Расскажите, да, пожалуйста, о ней. Ну, эту песню я оставил себе на память о своей прошедшей работе. Вот, я никак не мог долго найти исполнителя, и меня успокоил Иосиф Кобзон. Он нас всех успокаивает, вы знаете, отец родной наш. Он сказал, что ты поешь, конечно, хуже, чем я. Это Кобзон сказал, да? Но не хуже, чем Боря Моисеев, поэтому пой ее сам. И никому никогда не отдавая. Вот я и себя оставил на память. И пою так вот для прикола, понимаете? Вот где-то отдохнуть. Вот как перед тем, как выйдет замечательный, изумительный, потрясающий артист, я хотел бы вам спеть самому песню на стихи беззаветно любимой мною Ларисы Рубальской. И песня называется «Самурай». Часа самолет над тайгою летит. У окошка японец сидит и глядит. И не может понять самурай. Это что за огромный неведомый край? Удивленно таращит японец глаза. Как же так 3 часа все леса да леса? Белоснежным платком трет с обидой окно. Я смотрю, мне смешно, а ему не смешно. Самурай, самурай,
И пока самолет задевал облака, он сказал, что в Японии нет молока, что в Японии нет ни лугов, ни лесов, и что негде пасти ни овец, ни коров. Я тебя понимаю, мой маленький брат, ведь таежный наш край и красивый и богат. Ты не зря, Панасоник, завидуешь мне, так налей же еще в голубой вышине. Самурай, самурай, тайгу, тайгу, загадочный край, я тебе расскажу, наливай, самурай, я еще закажу. Самурай! 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 Спасибо. Дорогие друзья, спасибо. Приберегите аплодисменты, потому что вы уже отстрелялись на Малиновке. Все хорошо, спасибо, больше не надо. Потому что я хочу сейчас представить легендарного человека. Человек, который подарил мне творческую судьбу. И который сегодня вместе с вами, я думаю, получите потрясающее удовольствие, потому что для вас поет народный артист России Эдуард Хиль. Добрый вечер. Я хочу начать свое выступление не с песни Эдуарда Ханка, хотя, в общем-то, он мне одну из своих песен как-то подарил. Это было очень давно, помните, да, такую песню? Як повезли меня сватать, да без мамы, да без таты, а я хлопец не старый, мне ще только 43, рановато. Помните, да? Ну вот жалко, что да много песен Эдуарда Ханка сегодня не прозвучало. Но я начну свое выступление с песни, которая была моей первой песней, потому что до этого я вообще никаких песен не пел и не любил. Учился я в Ленинградской консерватории, а там песни было запрещено петь. Вот. И вот это была первая песня нашего ленинградского композитора Станислава Пожлакова «Человек из дома вышел». Над крышей человек из дома вышел, посмотреть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много надо, у него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнцу в небе и ветрам. Солнцу в небе и ветрам. Человеку много надо, надо, чтобы друг был рядом, песня, чтоб была на случай, случай любой, чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про любовь. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
песни про любовь. Человеку много надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших. Да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать. Счастье надо повстречать, счастье надо повстречать, счастье надо повстречать. Ну а потом я познакомился с очень интересным композитором. Это Аркадий Островский. И он очень много песен написал для меня, которые я сегодня тоже постараюсь спеть. Но в 66-м году он написал одно произведение про ковбоя, который едет через прерии к своей любимой Мэри. Но вы сами понимаете, в то время нельзя было с такими словами петь песню. Переделывали ее, там тракторист едет к своей любимой Оксане, еще что-то такое. Ну, в общем, ничего не получалось. Да, он говорит, раз ничего не получается, пой просто вокализ. И вот так появился на свет этот вокализ, который в прошлом году вдруг получил свое новое рождение. А называется он «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Такой случай, я встретился с замечательным композитором Владимир Шаинский.
И он говорит: запиши, пожалуйста, песню для солдат. Помните, была такая песня «Не плачь, девчонка», да? Вот. Я послушал, я говорю: ну, какая-то песня. Так, ну, что ж, солдатские песни. Он говорит: она прозвучит только один раз по радио. И действительно, она как-то там прозвучала. Приехал я в город Томск со своими концертами. И вдруг во время концерта, когда я спрашивал, ну, какую бы песню еще спеть, мне из зала кто-то крикнул: не плачь, девчонка. Я говорю: а почему она плачет? Да нет, она не плачет, это у вас такая песня. И вы знаете, я понял, что на одном концерте попросили, на другом, и я понял, что эта песня очень популярная стала. А я и забыл про нее, и не помню ни одного слова. И мне пришлось позвонить в Москву Володе, ну тогда же не было интернета. Я говорю: Володя, пришли мне телеграмму сразу с тремя куплетами. И он выслал, и уже на следующий день я эту песню пел. Вот сейчас мы попробуем ее. Помните, да, там такие слова? Не плачь, девчонка, не года, а дожди. Да? Поем, да. Как будто ветры с гор рубят солдату сбор, дорога от порога далека. И уронив платок, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. Немного прошагал, пока не генерал, но, может быть, я стану старшиной. Прости, что не сумел сказать, что буду смел, и то, что будешь ты моей женой. Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди. Наш родный старшина имеет ордена, а у меня все это впереди. Но ты, любовь, зачти отличные значки, которые теснятся на груди. Не плачь, девчонка, пройдут дожди. Сейчас я хочу спеть одну из своих любимых песен. Это песня Станислава Пожлакова на стихи Глеба Горбовского. «Осень, пора любви моей». Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты
бываешь нежный и золотой, и золотой. Пустынные голые дали, ни стебелька, ни колоска, лишь отголосок журавли издалека, издалека, издалека. Листок последний на березе, выходит лето из игры. Последний луч бросает осень из-за горы, из-за горы. Сил не хватает для улыбки, возьму дождика струну, сыграю что-нибудь на скрипке про ту весну, про ту весну, про ту весну. Осень, осень, ночь надо мной твое прозрачное крыло. Осень, осень, с тобой любовь мое спасение пришло. Коснулся ветер, упали тени на лицо, но все еще на зорьке свете твое кольцо, мое кольцо. Проходят дни, мелькают сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно осень одиноким. Но мы вдвоем, но мы вдвоем, но мы вдвоем. Осень, осень, вновь надо мной твое прозрачное крыло. Осень, осень, с тобой любовь мое спасение пришло. Песня Аркадия Островского. Когда он ее написал, позвонил мне по телефону. Вот есть такая песня. Я говорю, а где припев? А он говорит, припева нет. Потому что вот сейчас нет. Завтра запись будет с Силантьевым. Помните, был оркестр Силантьева такой знаменитый? Так что ты приезжай. Вот пока будешь ехать из Ленинграда в Москву, придумай что-нибудь. Я приехал, он говорит, ну, придумал что-нибудь. Я говорю, да, вода, вода, кругом вода. Ну, он показал Силантьеву, то тот говорит, ну, давай так оставим. А если приедет Ваншенкин из-за границы, то, может быть, он что-нибудь переделает. Он приехал и ничего не знал. Приходит союз писателей, ему говорят, здравствуйте, вода, вода. Он ничего не понимает. Он говорит, при чем тут вода, вода? Один говорит, вода, вода, другой... Говорит, ну как же, это ваша песня.
как провожают пароход. Там, говорит, таких слов нет. Вы знаете, он даже выступил с опровержением, что это безобразие, что вот какая там вода, вода, не может быть. Но когда, вы знаете, гонорары достигли потрясающих размеров, он сказал: ладно, пусть песня будет называться «Вода, вода». Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как ни суди, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трап. На самом краешке причала стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно, вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказала, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. И провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Боцман на борту. Раковой команде приготовиться к швартовке. Дайверу быстрее. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. Вы знаете, когда мой сын Дима узнал, что я еду в Белоруссию, он говорит: а что же у тебя ничего белорусского нет? Я говорю: ну, может быть, что-нибудь там Ханок или Лучинок напишет. Он говорит: а у меня есть песня, вот попробуй. Вот когда-то ты ее пел и забыл. Стихи Эдуарда Кузнецова, музыка Дмитрия Хиля. Песня называется «Белорусочка». Не знаете наверняка. А по мне он стоит на месте. Сколько снилось мне во сне, милое Полесье. Где-то там в родных краях ждет меня, я знаю, белорусочка моя. Ягодка лесная,
бела-бела-бела русочка, моя бессонница, встречай под музычку, как всюду водится. Накинь на плечи свой платок цветной и красотой маня, пускай он свяжет нас одной судьбой навек, любовь моя. Накрывает стол большой скатертью расшитой, чтоб и милый в дом вошел сердцем не забытый. Белорусочка моя, солнышко родное, значит, дала она меня этою весною. Белорусочка, моя бессонница, встречай под музычку, как всюду водится. Накинь на плечи свой платок цветной и красотой маня, пускай он свяжет нас одной судьбой навек, любовь моя. Ох, и будет свадебка, закачу я шумную, что чертям всем завидна, станет, я так думаю, буду песни петь и я. О родном Полесье, белорусочка моя, быть нам вечно вместе, бела-бела-белорусочка, моя бессонница, встречай под музычку, как всюду водится. Накинь на плечи свой платок цветной и красотой маня, пускай он свяжет нас одной судьбой навек, любовь моя. Бела-бела-белорусочка, моя бессонница, встречай под музычку, как всюду водится. Накинь на плечи свой платок цветной и красотой маня, пускай он свяжет нас одной судьбой навек, любовь моя. Ну вот это подарок от сына. Да. Следующая песня тоже неплохая. Вообще, неплохие песни были, да? Особенно в Беларуси. У Лученка, вот я помню, приехал он, говорит, вот я написал песню, не знаю, споешь ты или нет. Я говорю, ну я слышал, как бабушка, дедушка говорили по-белорусски. Вот я помню, пел. Мой родный кут, як ты мне милый. Потрясающая песня, да? Потом вот Ханок появился. Да, и даже люди стали говорить, ну все, Лученку пришел Ханок. Вот. Ну, а сегодня Ханок сказал, ну что, Хилю тоже Ханок пришел. Я сказал, ну нет, вот, ты знаешь, не надо так, чтобы вот так говорить, что кому-то Ханок пришел. Давай лучше объединимся. Вот и вот получилось так действительно. Э и Ха в квадрате, да? Это неплохо. У каждого своя волна. Я так считаю, что у каждого своя судьба, правда? А волна это уже у одного может одна быть волна, у другого две, три, четыре. У Ханка, я думаю, будет бесконечное количество. Хотя он грозится, что это вот его последний концерт. Но вот я вам скажу, что, может быть, если удастся вам вот такой компанией прийти на его концерт через 20 лет,
уверяю вас, он еще напишет огромное количество хороших песен. А сейчас я хочу спеть песню, опять же, Станислава Пожлакова на стихи Леонида Лучкина. Она была тоже в свое время очень популярна. «Ребята 70-й широты». Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, 70-й широты. Если надо, значит надо, значит будут и здесь сады. Пусть метели бушуют рядом, надо будет растопим льды. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, 70-й широты. Пусть метели и пусть тревоги, пусть сугробы встают круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, 70-й широты. Па-па-ра-ра, па-ра-па-ра-ра, па-ра-па-ра-ра, па-ра-ра-ра. Па-па-ра-ра, па-ра-па-ра-ра, па-ра-па-ра-ра, па-ра-ра-ра. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, да-да, ведь мы ребята, да-да, 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Пау! Вот был однажды такой случай, это было в Москве. Был такой композитор Вадим Гамали, он на стихи Михаила Танича написал песню про капрала, как хорошо быть генералом. И я выступал в Академии космической, тогда она летная еще была, где учился Юрий Алексеевич Гагарин. И он подошел в антракте и говорит: исполни, пожалуйста, песню «Как хорошо быть генералом». Я говорю: Юрий Алексеевич, а не обидятся генералы, которые вот сидят в первом ряду, профессура? Он говорит: ну что ты, это же про итальянского капрала песня. Так что при чем тут капрал? В нашей армии капралов нет. Ну, я спел, и действительно, когда я стал петь, то некоторые генералы стали подниматься и уходить из зала. Вот, потом меня вызвали в главное политуправление. Говорит: что же это вы, товарищ Хиль, опозорили наш генералитет? Как я не объяснял, ничего не получалось. Но потом во дворце съездов, ну и, короче говоря, мы там встретились. Юрий Алексеевич говорит: ну как дела? Я говорю: спасибо, вот с вашей легкой подачей я теперь не выступаю ни на радио, ни на телевидении. Он говорит: а что такое? Я ему рассказал. Он тут же меня берет за руку и подводит к министру обороны и говорит: вот это все рассказывает, что меня... А министр обороны выслушал и говорит: а за что же его наказали-то? Его наградить надо. Ну вот в прошлом году президент меня наградил. Итак, как хорошо быть генералом. Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны.
Капрал командует вперед. А сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем разумок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, а она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам сеньора не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Свобод у нас под барабан, выводит строем в тегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором у нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невесты в гарнизоне и в окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам сеньора не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать капор. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 90 лет тебе, капрал, за долги тут штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам сеньора не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
аплодисменты спасибо. Нашим гостям. Народный артист России Эдуард Хиль. Народный артист Беларуси Эдуард Ханок. И все участники сегодняшнего концерта. Вы знаете, хочется поблагодарить всех и молодых, и старшее поколение, кто сегодня участвовал в этом прекрасном мероприятии на фоне такого дворца. Вам виден он, да? Ну, вы днем насмотрелись. А также хочется поблагодарить телевидение Белоруссии Минска ОНТ. Эдик, а давай вот просто вот сейчас все споем «Потолок ледяной». У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой катушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду ини, а из окон Ханок вместе с ними. Эдуард Хиль, Эдуард Ханок, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, это были музыкальные вечера в Минском замке на телеканале ОНТ. До новых встреч!